между соперниками. Ну, Магнитогорцев тоже процент реализации большинства не самый высокий. Однако прямо сейчас, несмотря на эти показатели, Денис Расмуссен броском в дальнюю девятку сравнивает счет и очень быстро выпускает Кетова обратно. 1-1, Денис Расмуссен. Магнитка сравняла. Смотрим повтор эпизода. Нестершел на Расмуссена. И просто бросок в дальний угол. Я говорю, как-то, может быть, чуть, я не знаю, потерял ворота, что ли. Как-то слишком он сюда, в эту сторону прижался. Дальний угол весь раскрыв.